Всем привет! Если вы видите это видео, значит вы сегодня, как и я, будете готовить пиццу. Максимально простой, но очень вкусный рецепт. Погнали готовить. Нам понадобится 100 грамм майонеза, любого, какой вам нравится. 100 грамм сметаны, любой жирности, у меня вообще 18%. Шутка. Есть ножницы. Одно куриное яйцо. И вообще один зубчик чеснока. Ну, мы любим чеснока побольше, поэтому я кладу два. Дай. Все. Тесто готово. Шучу. Еще 100 грамм муки. Пшеничная, детская. А вот теперь остается только перемешать. И вот такое тесто мы с вами получаем. Я же сказала, что быстро. Берем противень и застилаем пергаментной бумагой. Я, кстати, всегда использую только силиконизированную пергаментную бумагу. К ней никогда ничего не пригорает. Выкладываем тесто и распределяем формы, которые вам необходимы. Я всегда делаю круглые формы. Вот такой круг у меня получился. Ну и какая же пицца без начинки? Кладите на нее все, что вам хочется, или все, что у вас есть. У меня есть вот такой помидорчик, вот такие колбаски, кетчуп. Ну и куда же пицца без сыра? Вот такой старый кусочек сыра. Погнали. На этом этапе уже желательно поставить разогреваться духовку на 180 градусов. Ну и приступаем к сборке. Немного сыра. Торчик. Я порезала весь. Может быть, столько и не нужно. Ну, куда же мне его потом девать-то? Пусть весь лежит. Так, и теперь колбаски. Теперь сыр. Ну, сыра тоже кладите, все на ваше усмотрение, сколько хотите. У меня примерно грамм 180 сюда пошло. Ну, а теперь ставим в духовку, разогретую, до 180 градусов, примерно на 15-20 минут. Смотрите, чтобы подрумянилась корочка. Угу. Пицца готова. Остается только нарезка. Специального ножа у меня нет, есть только обычный. Хотя, судя по тому, как часто я ее готовлю, пора прикупить специально. Красота. Стоит ли говорить, что это вкусно? Готовьте сразу две порции. Всем приятного аппетита и до скорых встреч!